Всем привет! Это Алексей Викторович и Тимофей. Прокофьев. Сегодня мы пришли в БГТ, чтобы забирать мою малышку. Меня очень давно не было, я был в Сочи. Я очень надеюсь, что просто конфетку сейчас в машину сделали. Буду сейчас наслаждаться просто великолепием. Здорово, Леха. Здорово. Давно не виделись. Долго отдыхаешь в Сочи. Здорово. Ой, долго отдыхаю. Почему долго? Почему она грязная такая? Это... Блин, так ты то в Сочи, то в Москве, непонятно. Вот мы уже и не успевали даже помыть. Да ладно, как так-то? Ну хоть бы помыли. Ну, а то я опять тут сейчас ММА туда-сюда и полировка. Так это ж ты же платишь, что ты можно уже и ММА, и полировка. Все. Ну как? Ну я тебе скажу, что это какой-то другой автомобиль. Где камера? Камера? Ага. Вот. Камера. Где? Все есть, Леш. Есть, да? Все полностью. Ты что? Вот она, готова. Малышка. Ну это не она. Да, это не она. Да, другие диски. Это не она. Ого-го. Нормально. Слушай, ну вообще бомбический вид, мне кажется, имеет машина эта есть, а? Вот это Дадашеньки. Вот это Дадашеньки. Что за Дадашеньки? А можно сесть? А можно? Попробуй. Машина открыта? Ну такого из класса еще не было ни у кого. Почему? Да. Ну они и были. Слушай, а как? Влад уже прям вот коцана была, помню, какая-то вот, ну, ну видишь, как коцаной. Все перешили, все восстановили, да? Полностью. Да. Что-нибудь сломает там? Я уже говорю. Это как бы, ну, у нас фамильное, ну, семейное такое. Что-то ломает постоянно. Аэрбэк все это поменяли, да? Да, так, аэрбэк расскажи. Не поменяли, мы тоже восстановили, перешили полностью всю кожу. А, не меняется, да? Ну... Да, потому что он был целый, и все было нормально. Плюс, помимо этого, восстановили полностью тебе подогрев оригинал. Слушай, ну и, конечно же, датчик вибрации, который тоже стоял в этом руле, тоже восстановили. Все работает огонь. Смотри, а тут вот, а как, пластик меняли или что? Или как пластик нашли такой же и да? Поменяли, да. Ага. И еще поменяли тебе... Твиттеры, вот видишь, они теперь 3D, как от 3D-бурмистера. Да, 3D. Полностью видишь, крутится с подсветкой, со всеми. Можешь содрать пленочку, чтобы все смотрелось гораздо более красиво интересно. Красиво такая, а так. Опа! Содрали. Да. Вот. Помимо этого всего, еще что добавилось в эту машину? Вот посмотри, передняя шайба, которая, видишь, со значком теперь AMG, полностью сделана гравировка. Увидел вот такую вот кнопочку. На вот. Дайте как... Вот такую вот кнопку AMG-шную и решил заказать туда тоже. Mm-hmm. Ребята делали полностью гравировку из алюминия. Выглядит все просто огонь. Не, на самом деле вот этот вообще бомба смотрится. Вот этот вот, ну, шайба вообще тоже у тебя круто. Такая. Необычная. Но ее просто, ее незаметно, ее из-за руля, ты не видишь ее. Ну вообще, да. В принципе. Ее, она видна. Но этому. На ощупь-то все равно приятно. Да, она видна вот этому пассажиру. А как тебе прям... салон? Как тебе вот эти, слушай, вот все моменты? Салон как бы вообще очень круто, вообще прям. Все начистили, просто надраили. Ну, что сказать. Здесь даже, блин, можно сиденье регулировать, хоть вниз, хоть. Ну да, сиденье регулировать можно, в принципе, сейчас практически на всех машинах. Этот, что тут за этот, за Лего Star Wars? Ну попробуй заведи. Завести машину? Да. Ого. Слышишь, как она звучит? Ну да, что такое? Это выхлоп. Это меняется? У тебя теперь установленный выхлоп, да. Серьезно? С управлением. Это вы мне такой подгон сделали? Да. В смысле, без денег даже? Даже без денег. То есть здесь есть три степени регулировки. Это самый минимальный звук. То есть его почти не слышно. А это вот максимальный. Попробуй нажми на газ. Ого! Теперь на тихом. Такое, совсем будто, не слышно. Как будто бы совсем. А есть средний еще режим. Для дороги и для всего, чтобы ехать. Ну и максимальный. Подожди. Слушай, а вот этот максимальный режим. Максимальный для понтов. Не переключился. Вот, давай. Нормально. Ну вот так, что вот так. Нет. Держи, вот у тебя пульт. Слушай, теперь как будешь им регулировать? То есть теперь есть три степени, которые вот тут. Да. Самый тихий, средний, большой. Да. Да? Ага, ага, ага. А ну, соответственно, я вот здесь в машине постоянно вижу. Ну, конечно. Ага, ага. Ну что, поехали. Так. Перемещаемся к лучшей машине. Потому что машина.
машина теперь без пайпов, она немножко пахнет. Вот, ну это естественно. Так, а расскажи вот мне, не понимающим, и людям не понимающим, без пайпов это что значит? Там какие-то заслонки, да, или что-то? Это ставятся к даунпайпы, вырезаются катализаторы, потому что мы же сейчас с тобой поедем в Москву шить стейдж 2, да, на то, чтобы все было очень быстрым автомобилем, так что будет откатано на стенде, все как положено, так что мы готовимся к поездке. Но перед этим обязательно в порядке нам надо будет с тобой посетить дилера, чтобы поменять масло, поменять там кое-какие еще моменты и, ну, скинуть там ошибочки. Насколько мы с тобой разговаривали, Stage 2 это уже не просто прошивка мозгов каких-то, да, там уже выхлопная система делается, да? Да, да, в любом случае поэтому меняется. Поэтому даунпайпы эти меняются. Поэтому даунпайпы, но на даунпайпах мы не остановились, и мы сделали и полностью управляемый выхлоп, потому что машина стала громче. Мы сделали, подумали, что так как это S-класс, все-таки ты живешь во дворах, чтобы тебе не скинуло ни что кирпич на панорамную крышу. Постоянно громко ездить не очень хорошо. А на самом деле это постоянно люди так делают? Или это такая фишка, как бы, ну, больше... Но кто-то хочет управляемый выхлоп, кто-то не хочет. То есть тут по-разному как бы. Мне кажется, на большом таком сильно постоянно ехать тяжело. Ну, я езжу, мне не тяжело. Я к этому привык. Что-то тяжело дверь-то какая-то стала. Ну ты постучи. Постучу. Она с шумкой. Да, шумочку сделали, да? Да, шумочку сделали, да. Все так сделали? Крылья, конечно, обязательно. Арки мы себе сделали. Слушай, а крылья не делают вообще люди, да, или что? Но крылья, они же полые. Мы сделали арки полностью и сделали шумоизоляцию дверей. Так что же S-класс станет тише. А крыши делают шумоизоляцию? У тебя панорама, брат. Не, понятно, у меня панорама, а в целом люди же делают. Конечно, делают. То есть полная шумоизоляция. Технически. Кто хочет, с БГТ приходите, делайте. Включает в себя полную шумоизоляцию. На дизельных машинах актуально это торпеда, пол, двери, потолок, все многослойно, вибро поглощающий там, ну, короче, пирог целый, пишите, звоните, все расскажем. Плюс, помимо этого, делаются арки, чтобы шум колес было не слышно. Так что у тебя сделаны конкретно двери и конкретно арки. Но самое обидное, знаете что? Самое обидное в S-классе, вот для меня лично, то, что мне, по всей видимости, очень за редким исключением придется ездить сзади. А я считаю, что все-таки в S-классе надо ездить тут. Как вы думаете насчет этого, а? Ну это 6.3. Ты будешь здесь ездить? Да, поэтому смотри, чтобы они тебе не мешали контентом, мы подобрали полностью оригинальные наушники. То есть нашли их. Смысленно. Оригинальные мерседесские наушники, блютузовские, да, которые ладно, будут серьезно? Подключаться к мониторам. Можно смотреть там любые мультики, любые контенты. Не отвлекались, да? Да, то есть два. Что? А подписку ты сам покупаешь? Это подписку ты сам покупаешь? Или... Вот они полностью оригинальные, новые как наушники. Идут? Мерседесские наушники. Я на самом деле даже никогда таких не видел. Это чисто автомобильные, да? Это автомобильные наушники, да. Ну, круто. Все круто, три круто, пульта круто. У нас мы нашли тоже три пульта, которые, чтобы каждый пассажир сзади мог управлять своим контентом, и один передний пульт для того, чтобы ты мог управлять контентом, он ставится в бардачок. Слушай, подушечки вообще прям. То есть теперь вот нифига. Видишь девайс, да, прохудившийся, вообще. А там у тебя реально фирменные подушки. Слушай, ну мне кажется, тут намного меньше они были, чем тут сейчас, да, сделано, да? Конечно. БГТ теперь... вещи делает, просто вещи делает. По полной. И главное, массаж есть? Благодарим есть, нашего спонсора, всех сидений, компанию Аквабал, за отличную водичку и отличное здоровье в машине. Но это еще не все. Помимо трех пультов, которые мы сейчас убираем уже вот все сюда. Ну, по большому счету, мне кажется, они компания не нужны. Компания Аквабал тебе дарит годовой запас воды. Годовой? Да. И еще мы тебе добавили сюда холодильник. Да ладно? Да. В смысле? То есть, представляешь, у тебя теперь всегда там... Блин, она прям холодная. Забито все. Во. Водичка. Аквабал вещи делает, да? Да. Просто. Вот так вот. Водички хочешь? И еще говорят, какой-то будет еще один сюрприз. Но этот сюрприз мы ждем со дня на день, когда у нас будет доставка воды. Да не, погоди, доставка воды сегодня была. Там какая-то... Что должно было прийти? А я не знаю. Покажи, что там, что привезли. Сходи, посмотри. Кулером что-то привезли. О, нифига себе.
Я, честно говоря, даже Опа-на! Его положили, я не видел, что и это. Что это такое? А нахера мы перешивали тогда руль? Вот зачем? Нифига. Нифига себе руль какой! Вот это руль, вот это я понимаю. Этот, как его, скажи мне, как его, симулятор гоночный. Нет, понимаешь, что это полностью оригинальный руль. Слушай, ну этот руль вообще руль. Бабалт, молодцы. Вообще просто. Вот тебя любят, а, все? Блин, вообще, ну не говори. Было бы за что, было бы за что. Этот руль стоит, Леша, порядка 300, но его еще не бывает, чтобы он был с рояльным лаком черным. Так как у тебя все рояльный лак черный, они тебе еще заморочили. Они карбон, да, постоянно бывает? Ну, либо карбон, либо там дерево какое-то другое. Но рояльный лак, чтобы черный, нет. Слушай, и надо будет переставлять. Но это же не проблема переставить его, да? Не проблема. То есть тут все элементарно вставляется и все работает. Нет, да? Там ставится еще один эмулятор на то, чтобы все сенсорные кнопки и все работало. Так что. Что, ручка есть? Там много чего есть. Ручка, говорит, есть. Какая ручка? Все нормально, закрывай. Слушай, на сам вот реально руль прям такой, как будто, не знаю, там. Давай закроем вот это. Серьезный руль. Серьезный руль. Ну давай, пока его в чехольчик, чтобы его не замазать. Обязательно, обязательно. И этот обязательно, не покоцать. И в ближайшее время мы тебе его установим. А это он в таком вот чехле шел, да? Да. Ничего себе, Мерседес как заботится, да? Или это AMG заботится? Это Аквабалт тебе заботится. Чтобы твой руль не покоцать. Если вы хотите, чтобы Аквабалт заботился не только обо мне, но и о вас. Вот. 454-4544. Заказывайте воду. Лучшая вода. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, я вам точно могу это сказать. На себе я это испытал. Скоро расскажу как. Скоро расскажу, за счет чего я это понял, что это самая лучшая вода. Что мы делаем? Мы сейчас к дилеру выезжаем или как? Да. Да, мы сейчас, скорее всего, поедем к дилеру. Давайте покажу, что у тебя в багажнике теперь. Ну, потому что холодильник, да? Ну да, тут, во-первых, холодильник стоит. Холодильник съемный. Полностью он снимается, если тебе надо что-то дали, вот так, попал даже сюда, вода. Шильдики все у нас новые, мы ждем полностью лекала, так как ты решил забрать машину в воскресенье, ребята по шильдикам не успели. А трафареты еще, сами, да? Да, сами трафареты. Плюс помимо этого всего, шильды все именно Арига, то есть все с логотипами, все со всеми делами. Короче, то есть обошлись, бабла они стоят немерено. И могу тебе сказать, у нас была такая история с Яндексом, которая просто взял и выкинул, вот и все. Ну это смотрите поподробнее. Да, об этом история, надо, ну, ребята, вроде как и такая щепетливая история, но мне кажется, что я бы прям вот негодовал бы, если бы такое произошло бы у меня. Да, видос? Ну это надо вставить, конечно, мне кажется, потому что хотя бы разобрать этот отель, потому что, ну, он должен был сообщить хотя бы куда-то, понимаешь? Ну что, у нас закончился проект по поводу S63 AMG для Алексея, бойца ММА. Последней стадии был это вот этот подарок от компании Aquabalt. Руль, который мы тоже также поставили все эмуляторы. Посмотрите, у нас реально работают все сенсоры, абсолютно все. То есть они все перещелкивают, все работает. Эту машину теперь, кроме вот этого экрана, никаким образом не отличить, что это дорестовый автомобиль. То есть она выглядит идентично с салона, снаружи, идентично внутри. И причем здесь еще добавились такие функции, которые как бы большая редкость в этих машинах. Зацените, туда прямо оригинальными фарами идут стробы. То есть как бы шутки шутками, но мы постарались на славу. Так что установили все, подогнали еще видеорегистратор Леша. Как бы и по максимуму постарались, чтобы получил он удовольствие от этого автомобиля, потому что нам нравится, чтобы наши клиенты все оставались довольными. Вот, так что так, сейчас мы его гоняем прямиком на дилера и постараемся, чтобы завтра выехать в Москву. Все, кто там что-то писал, что мы как-то там кого-то где-то что-то развели, не развели, мы никогда никого ничего не разводим, мы полностью делаем так, чтобы люди оставались довольны и все клиенты приезжали к нам еще раз. Кто бы что там ни говорил, но это наша работа. Вот так вот проект S63 подходит к завершающей стадии. Очень много было времени, сил потрачено на этот автомобиль. Даже в каком-то смысле я в него влюбился.
Вот, сейчас устраним маленькие недочеты, которые есть. Это у нас развал, обязательно надо сделать. Обязательно поменять масло в коробке. Ну и, наверное, на этом все. И дальше Stage 2, стенд, мощность, как он ускоряется, замеры по драге, замеры всего. Все вы увидите в ролике. Будет очень интересно. Ну что, проект завершается. Поехали на дилера. Чем быстрее мы сделаем это, чем быстрее, тем это будет лучше. Вот сравните, пожалуйста, две машины. Одна машина клиентская, переделанная тоже. И вторая машина вот у нас полностью подготовленная. Все выглядят как конфетки. Одна у нас грязная, мы ее не успели помыть. Сегодня все-таки воскресенье. Леша приехал спонтанно, говорит, хочу машину. Да, вот, так поэтому... и было, ногой еще топал. Да, ногой еще топал. Это... Нет, чтобы поляну накрыть. Такой проект мы сделали, чтобы все было как положено. Так что с себя, друг. Поляна была уже сегодня, что ты придумаешь? Нет, это была не поляна. Поляночка, слышишь? Полянка. Надо еще заметить, что это же китайский рестайлинг, это не китайский рестайлинг, да? Цена вопроса, сколько разница, ну, в разы. В разы. В разы, да. Окей. По фарам, по всему это. В разы, может быть, в два раза, может быть, в 10 разов. Поехали, все. Погнали.